Следующая песня замечательна во многих отношениях. Но, во-первых, это, наверное, первая песня, которая из песен нашего века, которая такое большое внимание ей было уделено средствами массовой информации. Она зазвучала по радио, по телевидению. Более того, эта песня оказалась песней не только нашего века, но и ихнего, потому что эта песня была посланцем таким бардовской ноты «За железным занавесом». Эту песню исполнил один известный французский эстрадный оркестр. Я думаю, многие догадались, что речь идет о песне на стихи Александра Величанского под музыку Вивальди. А музыку к этой песне написали Виктор Берковский и Сергей Никитин, под дружественным гнетом художественного руководства которых мы счастливы здесь на этой сцене стоять. Друг друга любить, что было сил.